Приветствую вас, уважаемые любители бани, на связи Артеман, это школа банщиков Артемана. Сегодня я вам расскажу и покажу базовое парение в русской бане. С чего все начинается? Если ты любишь баню, если ты любишь париться и ты хочешь развиваться в этом направлении для себя, а возможно для своей дальнейшей профессиональной деятельности, для того, чтобы зарабатывать на любимом деле хорошие деньги, тебе нужно начинать с самого простого. Вот эта методика парения является матрицей, на которую в дальнейшем ты уже сможешь накладывать все, что ты хочешь для того, чтобы делать красоту. Итак, поехали. Начинаем изучать русское классическое парение в русской бане. Базовый вариант. Исходное положение. Человек лежит на животе, под ногами у нас валик, на голове шапка. Под лицо мы положили ароматные веники. В данном случае это эвкалипт. Рабочие веники у нас лежат сверху на нашем подопечном. Я использую обычно 4 веника в парении. 2 пожестче, это обычный дуб, и 2 помягче. Это канадский дуб, очень классный веник. С чего все начинается? Поддаем пар. Берем веники, дополнительно стряхиваем, перемешиваем. Опускаем пар сначала на ноги, дальше движемся по телу вверх, на спину. Всякие различные обмакивание, опакивание. Знакомим человека с паром. Далее знакомим человека с вениками. Делаем легкие прикосновения. Это можно делать разными способами, как вам удобно. Если вы техниками не владеете, можно делать так, как вы это можете делать, самым простым способом. Познакомили человека с вениками. Опустили на верхнюю часть спины. Убрали пот. Положили веники на стопы. Если необходимо, подаем пар. Берем веники. Пальцы. В дальнейшем будет понятно зачем. Перемешиваем пар. Опускаем на ножки. Берем ножки, поднимаем. Если необходимо, раздвигаем вот здесь колени, чтобы они были более устойчивы. Делаем 3 обмакивающих движения на стопы. Начинаем парить. Парим стопы. Вот так вот пальцы не парим, потому что можем обжечь ногти. Это очень неприятно. Парим стопы. Как удобно. Самый простой способ. Подойди поближе. Самый простой способ, вот этот способ посложнее. Парим стопы, 3 удара. Начинаем парить голени по отдельности. Идем вниз. Идем вверх. Вторая. Попарили все чуть-чуть. Делаем припарки вот такого типа. Опускаем ножки. Фиксируем на стопах веники. Если необходимо, подаем пар. Берем веники. Перемешиваем пар буквально несколькими движениями.
Опускаем быстро. Начинаем парить стопы. И двумя ногами идем наверх. Идем до крестца. Фиксируем ягодицы, идем вниз. Если ты техниками такими не владеешь, обычная колхозная техника тоже подойдет. Фиксируем стопы. Идем одной ногой наверх. Фиксируем ягодицы. Идем одной ногой вниз. Фиксируем стопы. Идем одной ногой наверх. За другой, как ты заметил. Фиксируем ягодицы. Идем одной ногой вниз. Фиксируем стопы. Идем двумя ногами наверх. Я вот это делаю обычно вот так. Но ты можешь делать обычно. Зафиксировали ягодицы. Подняли, опустили, покачали. Поддаем пар. Если это нужно, не всегда это нужно. Поднимаем веники, перемешиваем пар. Быстро опускаем на спину, на ягодицы. Начинаем парить ягодицы. Поднимаемся к пояснице, к крестцу. Если ты так не можешь, делаешь вот так. Начинаем парить спину. Идем по центру. Наверх. Идем вниз. Парим правый бок. Идем вниз. Парим левый бок. Идем вниз. Фиксируем ягодицы. Дальше парим центр. Парим бочки. Если так можно сказать. Боковинки, бока. Парим центр. Парим бока. Возвращаемся обратно. Парим центр. Возвращаемся. Опускаем сюда веники наверх спины. Протираем пот. И делаем припарки, которые завершают первый этап. Верх спины, середина спины, поясница, ягодицы. Если попа большая, сначала одна половинка, потом вторая половинка, бедро, второе бедро, колено, внутренняя часть, второе колено, голень, икроножные мышцы в данном случае, стопы. На стопы можно сделать больше одного раза, сколько хочешь. Можно сделать три. Завершили. Переворот. Исходное положение на спине. Под коленками валик. Под головой валик. Можно венички положить. Руки вдоль тела. Рабочие веники лежат сверху на подопечном. Один здесь, где ножки. Второй на животе. Поддаем пар. Берем веники. Перемешиваем пар. Опускаем с ног, идем выше, на грудь, маленько на лицо можно, если не сильно горячий. Опускаем пар, знакомим перед человека с паром.
познакомили. И вот здесь один из ключевых моментов. Если нужно подать еще пар, подаете пар. Берете веники, перемешиваете. Наши три пальца. Поднимаем ручки. Можете попросить. Можете сами поучаствовать в поднятии рук. Вот таким вот образом. Либо некоторые вот так вот любят руки держать. Не принципиально. Делаем знакомство с вениками рук. Накидываем пар. И начинаем снизу. Потому что наверху у нас горячий пар. Сразу мы не обжигаем ладони. Начинаем снизу. Самыми простыми движениями. Затем парим одну руку. Вторую руку. Парим ладони. Можно добавить тепла. Припарка. Опускаем назад. Человек укладывает руки, как ему удобно. Возвращаемся сюда. И делаем припарку на подмышке. Можно сделать две, можно сделать три. Припарили. Протираем пот. Идем к ногам. Стряхиваем. Кладем. Говорим человеку руки как удобно. Это обычная фраза, после которой становится многое понятно. Поддаем пар. Поднимаем веники. Несколько перемешивающих движений. Вот так вот удобно. Начинаем парить ножки. Идем двумя ногами наверх. Идем двумя ногами вниз. Идем одной ногой наверх. Цепляем животик. Идем вниз. Идем другой ногой наверх. Цепляем животик. Идем вниз. Идем двумя ногами наверх. Цепляем животик, поднимаем веники, укладываем. Если по какой-то причине ты переживаешь за причинное место, сюда можно положить веник. Он защищает от лишнего тепла и от неожиданного удара. Но профессиональные банщики часто веник не укладывают, это уже на твой выбор. Дальше. Подаем пар. Эти веники можно убрать. Берем наши мягкие веники. Перемешиваем пар. Опускаем. Начинаем легонечко парить. Вот таким вот движением. Это движение круговое. Оно сложное. Поэтому можно парить обычным колхозным движением. Идем сюда на грудь. Возвращаемся на живот. Опускаем. Идем по бокам. Поднимаемся до плеч. Идем вниз. Парим. Идем вверх груди. Идем на живот. Идем по бокам вверх. Идем до плечей. Идем вниз. Живот.
Количество повторений на твое усмотрение. Все зависит от человека. Бока. Грудь. Живот. Поднимаем. Делаем припарку на грудь. Убираем пот. Поднимаем. Делаем припарку на печень. Поднимаем. Делаем припарку на селезенку. Поднимаем. Делаем припарку на грудь. Повторяем алгоритм. Печень. Селезенка. Живот. Треники большие, поэтому захватывают, в общем-то, весь живот. Но мы делаем акцент на конкретный орган. Печень, селезенка и животик. Еще раз. Затем на животик. Провернули. Убрали пот, положили веник, помогаем подняться и идем на контраст. Простая методика. Все зависит от количества пара, от количества времени, проведенного в парной, и от количества повторений элементов, которые я показал относительно вашего подопечного. Всем всего доброго, любите баню, увидимся в бане. Будьте здоровы.